Бесплатно раздавать рыбу будут жителям Петропавловска до конца этой недели. В краевой столице пройдет акция «Рыбный край». Старт ей дал губернатор Владимир Илюхин совместно с крупнейшими рыбопромышленными предприятиями. Рыбу получат малообеспеченные граждане, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья. В Петропавловске пункты по раздаче горбуши будут работать несколько дней в разных районах города. Во вторник рыбу раздадут на площади ДК СРВ, в среду у бывшего торгового центра «Аквамарин» на Ленинградской, в четверг на пятачке в районе Силуэта, – а в пятницу на 8-м километре у магазина «Спутник». Время работы пунктов по раздаче рыбы с 16 до 19 часов.